Санкт-Петербурге в 2009 году на весовом чемпионате мира дрался с одним из крутых бойцов, тоже литовцем Ибрасом. И интересный момент был, то есть он дерется, вот соперник его, и что-то подобное происходит, дерется в бою что-то, и там, о, Алла Пугачева, смотри, Алла Пугачева, повернулся, и тот в этот момент начинает бить. А еще потом мне ребята какую-то предысторию рассказывают этого, что за год... Или за полгода до соревнований, говорит, вы, говорит, там не пропустите ничего, что там будет на соревнованиях, я там буду, говорит, готовлю, говорит, сюрприз для вас. Вот подобного рода что-то, да, история была. Очень интересный, искусный боец, рекомендую посмотреть.